А накануне этих трагических событий президент США сделал громкое заявление, традиционно в Твиттере, касается оно КНДР. Переговоры с Пхеньяном Трамп назвал пустой тратой времени и посоветовал американскому госсекретарю больше не искать контактов с руководством Северной Кореи. В самом Госдепе обещают заставить КНДР отказаться от ядерной программы вплоть до применения силы. Пхеньян в ответ пригрозил штатам устроить конец света.